Вот оно, доброе утро. Мы приехали в санаторий. Старый санаторий, построенный еще в советское время. И по архитектуре сразу видно, какое все монументальное, красивое. Широкие перила, лакированные, кстати. Мраморные лестницы. И вот мы будем снимать вот здесь. Посмотрите, какие красивые двери. Кто-то украсил. Наверное, это была детская палата. А, девчонки, спасибо, спасибо. Вот она, наша площадка. Здесь будет и кэтеринг сразу, чаек, потому что холодно здесь. Ну и вон постель. Будет постельная сцена, режиссер, скажите, пожалуйста. Вот, будет постельная сцена. Так что сегодня постельная сцена у меня в этом санатории. На окнах решеточки. Чистое небо. Никто не ждет дождя, нам нужен дождь сегодня. Два слова скажи. Я всех люблю, уважаю. Но не я снимаю. Меня снимают. Но ты доволен, что ты попал в эту работу? Я доволен, что я попал в эту группу. Вот. Группа нормальная. Поначалу я с боязнью относился к... А потом я понял, что я таки да, попал в хорошую компанию. Могу, я таки да могу. Меня просто удивила вообще мобильность, как они снимают. Никогда больше двух этих, как их называть, проб не было. Вот. Все очень быстро, мобильно и очень даже... И очень дружественно, в общем, правда? В общем, увлекательная профессия водитель троллейбуса. Я вот это знаю. У нас с такой рекламой в Одессе 3 года ездил троллейбус. С вот этой рекламой, такой, которую я сейчас сказал. Так вот, очень увлекательная профессия. Съемщик кино. И да. Все. Спасибо, Игорюш, спасибо. Ну, вам говорю, это был Игорь Геращенко, это мой партнер. Ну, у меня, это мой муж по этому фильму. Вот стоит оператор Андрюша. И рядом режиссер фильма Настенька. Вот сейчас будем готовиться, краситься, переодеваться и снимать. Так. Режиссер уже репетирует. Режиссер уже в дыму. В дым. Режиссер уже репетирует. Я уже в дым. На постельке. Вся в дым. Красиво-то как, а? А вот уже съемка и началась. Дым создает нужную для нас атмосферу. Это уже кадры из фильма. Анастасия очень внимательно отсматривает весь материал. Ну, в этой же холодной локации я танцевала почти полуголой. Момент репетиции записала наш продюсер Дашенька. Вау, приехали на локацию, приехали на море. Специально выбрали такое место, немножечко захолустное, забитое, замусоренное. Но это нам, собственно говоря, и нужно. Море, море, и звезду. Ах, шумит красиво. Черное море Одесса. Никогда не отфигали. Художник по костюмам тщательно создавал образ моей героини. Каждая деталь была продумана. Старые наушники, немодная сумка со вставками гобелена, шапочка старого покроя и так далее. Это очень помогало в раскрытии моего персонажа. Ну, хотя было все не так просто. Например, моя героиня – курящая женщина. А у меня аллергия на табачный дым. Но роль есть роль, и моя задача ее сыграть на все 100. Поэтому я курила. Это нравится оператору. Это нравится мне. Но очень странно, конечно. Именно это и называется взять планку. В этот же день после съемки на море мы опять переехали в квартиру. Там уже ждал меня мой партнер Игорь, актер Одесского украинского театра. По сюжету он болен и разбросал землю из цветочных горшков. Ну, мою реакцию на его действия вы увидите уже в самом кино.
Следующая сцена – сцена воспоминаний о тех днях, когда наши герои были молоды, здоровы и счастливы. Кино я все время страшно, но в одной сцене буду такая эффектная. Не только мы, но и вся группа наслаждается новогодними танцами. На этом и закончился наш второй съемочный день.